Друзья, всем мираба! Мы находимся на бульваре Акбелен в городе Мерсин. Это большая уникальная художественная галерея под открытым небом. Вот уже 10 лет в Стамбуле преображают старые дома, ветхие постройки благодаря фестивалю «Мурал Стамбул». Его затея состоит в том, что художники разрисовывают стены домов портретами известных художников, кадрами из кинофильмов и многими другими интересными произведениями. За Стамбулом наступила очередь Мерсина, и на бульваре Акбелен художники принялись за свою работу. На сегодняшний день вы можете встретить здесь известнейшие картины, такие как «Мона Лиза», «Фрида», кадры из известных турецких фильмов и многие другие картины, которые вызывают исключительно позитивные эмоции. Многим домам уже более 35 лет, и до того, как их преобразили, их вид был не самый привлекательный. Идея создателя была в том, чтобы создать творческую галерею там, где мы проводим больше всего времени. На улице, по дороге домой, по дороге на работу. Редко мы специально идем в творческие галереи. И задумка как раз и состояла в том, чтобы по пути к дому ты мог наслаждаться объектами искусств. Забавный факт, что жители района просят остановить водителей маршрутки или автобуса на Фриде или я выйду на Ван Гоге. Это очень прикольно. В Мерсине это одна из самых аутентичных улиц, которые мы видели на данный момент. Если вы знаете еще что-то подобное, обязательно пишите об этом в комментариях. Так, конечно же, очень здорово, что до Мерсина дошел этот проект. Очень круто здесь погулять, посмотреть на все своими глазами. Мы оставим локацию в описании. Всем спасибо, изучайте мир. Это был Игорь, с вами Regnum Group, всем гурю-чурюсь.